Сегодня мы с вами сделаем полив вот этого фаленопсиса. Такое хорошее, довольно взрослое растение уже. Последний раз цвело в два цветоноса. Еще как раз сегодня обрежем цветоносы. Можно вот заметить, пускает сок. Уж очень ему все нравится, очень ему хорошо у меня, значит. У него идет в рост сейчас молодой листик. Пошли корешки. Там красивые, зелененькие, напитанные такие. Корневая у фаленопсиса довольно-таки неплохая. Вот видны сухие корешки. На дне там тоже вот идут корешки. Довольно неплохо. Горшок вот я держу за цветонос, и горшок держится сам. Такие вот листики. Один треснул от сквозняков, как я думаю. Я беру пульверизатор. Обычно я использую воду из фильтра, но когда очень большой полив орхидеи, большой объем имеется в виду, то, честно, я иногда пользуюсь душем. Тепленькой водичкой, а с пульверизатора вода у меня комнатной температуры. Я настраиваю для листьев чуть большую струю опрыскивания и проливаю наши листики. Поливаем также субстрат с двух сторон. Листья промываем все. Стоит у меня орхидейка вот в таком двойном кашпо. Очень удобно. Сюда вот сливается вода, когда, например, вам надо быстро достать орхидею. После полива вода сольется и ничего не выливается, и как бы повышается влажность. Но между тем есть такое крестообразное выделение вовнутрь, и ваша орхидея стоит на дне кашпо, но не касается воды. Как бы повышается влажность. Мне это очень нравится. С вами с поливом. Сейчас орхидея напитается минуток так 15, и мы с вами ее достанем. Вот тут вот, как я говорила, у нас растет молодой листик. Чтобы не было у вас загнивания его, либо не потеряли точку роста, можно промокнуть либо салфеточкой бумажной, либо ватным диском. Если вы боитесь, что из центра розетки не вышла вся вода, не беспокойтесь, сделайте поливы утром. И в течение дня эта водичка подсохнет, и к вечеру у вас ничего не останется в центре розетки. И не будет никакого загнивания. Достаем наш фаленопсис. Вот, видим, напитались корешки, зеленые стали. Тоже поставим наше растение в кашпо. И пойдем обрежем цветоносы. Тоже вот у нас цветоносы. Два цветоноса. Мы их сейчас обрежем как можно ниже, оставим, наверное, одну спящую почку, а потом, когда он подсохнет, отрежем как можно ниже. Так, вот я вам приблизила, чтобы вы видели. Вот тут есть почечка, и вот тут. Ну, мы обрежем где-то вот так, чтобы выпрямился вот этот вот листик, потому что он так наклонен из-за того, что вышел цветонос. Берем ножницы. И обрезаем. Так, один есть. И второй тоже обрезаем также. Отлично. Вот и все, цветоносы у нас обрезаны. Можно и убрать держатели, они как бы уже тут не надо, если только оставить для красоты. Поближе вам покажу, чтобы вы видели. Срезы, если хотите, можете обрабатывать, но как бы в течение дня они сами подсохнут, и все будет хорошо, если вы не будете, конечно, их поливать, там увлажнять еще орхидею в течение дня. Поэтому по вашему желанию можете обрезать, можете нет.
все, сейчас орхидея напитается. Я как бы в этой орхидее смотрю, вот у нее нижние листики иногда начинают от розетки морщиться, значит, ее надо уже полить. Вот и все. Орхидея у нас полита, цветоносы обрезаны. Следовательно, на этом наша процедура окончена. Всем спасибо за просмотр, ставьте класс, подписывайтесь на канал и не забывайте под видео нажимать на звоночек, чтобы получать оповещения о выходе нового видео. Всем пока!